14-й раз Алтайский край присоединится к музейной ночи. Всероссийская акция пройдет 18 мая. В краевой столице торжественное открытие пройдет в 6 часов вечера на нулевом километре. Выставочные залы, арт-пространство, картинные галереи, театры и другие площадки города подготовят для посетителей специальные программы. Экскурсии, выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и спектакли. Например, участников ждет пешеходная экскурсия пешком по Петропавловской и путешествие в город мастеров, выставка работ тату-мастеров, фотографии запрещенных в СССР и сад больших цветов с фотозоной. Подготовят 41 площадку, в Барнауле организуют 5 экскурсионных автобусных маршрутов. Увлекательный, познавательный, исторический, образовательный и развлекательный. Экскурсоводами будут волонтеры.